Дорогой дедушка, пишу тебе из лесу. Тут такое творится, то без слез и не расскажешь. Все наши с тобой грибные места упустели. Ай, знаю я, почему не выросли там грибы. Грибники, неумелые, нерадивые, погубили грибницы. Теперь 10 лет нужно ждать, пока новые вырастут. Не надо вырывать гриб вместе с грибницей. А лучше срезать его ножом, а место среза закрыть мхом. И тогда грибница останется нетронутой, а значит, на ней скоро вырастут новые грибы. Только вместе мы можем сохранить богатство белорусской природы.